Расследование выборов в Мичигане отклонило необходимость проведения судебно-медицинской экспертизы результатов в стиле Аризоны. К такому заключению пришли законодатели штата. В отчете многих из утверждений о фальсификациях были названы смехотворными, и также содержится призыв генеральному прокурору штата Демократической партии начать расследование в отношении тех, кто делал такие заявления, а по факту начать политические репрессии. Отчет был составлен контролируемым республиканцами, комитетом по надзору Сената, и в нем говорится, что он не обнаружил никаких доказательств мертвых избирателей, никаких участков со 100% явкой, что, как утверждали активисты республиканской партии, произошла свалка бюллетеней в Детройте, которая принесла пользу Байдену. В настоящее время не представлено никаких доказательств, подтверждающих серьезные действия мошенничества или то, что организована широкомасштабная попытка совершения мошеннической деятельности была предпринята с целью подорвать волю избирателей Мичигана, говорится в отчете.